Toyota Cruiser Prado. Сейчас у меня на столе со шноркелем. Я так понимаю, это комплектация Arctic Track. Прикольные машинки, можно себе в коллекцию собрать, можно ребенку. Все элементы открываются. Машинка металлическая. С эффектами. Сигнализация сработала. Эффекты выглядят таким образом. Нажатием на капот, на переднюю ось. Задняя дверца. Капот открывается при поднятии снизу кнопкой. Под капотом 3,5. Машинки инерционные.